Проповедь, которую я хочу поделиться с вами сегодня. Многие из нас задаются вопросом, действительно мы исполняем волю Бога в своей жизни, или же мы исполняем свою собственную волю. Мы также задаемся вопросом, почему мы исполняем свою собственную волю и не исполняем волю Божью в своей жизни. Ответ на этот вопрос заключается в том, что мы не знаем Бога. Мы не знаем Его путей. Мы просто видим, как Его дела совершаются каждое воскресенье, либо в церкви, либо здесь, на Святой Горе. Вы видите исцеление, вы видите, как происходит освобождение, люди получают прорывы, и они счастливы. Тем не менее, тот факт, что вы видите Его дела, не означает, что вы знаете Его пути. Мы подадим пример через Слово Божье. Народ Израиля, несмотря на то, что он был свидетелем стольких чудес, в то время как Моисей вывел его из Египта, они были свидетелями того, как Красное море разделилось надвое. Были ли мы свидетели такого чуда в наше время? Нет, это огромное чудо. И вода потекла бы из земли, манна не сходила с небес, чтобы они могли есть, мясо перепелов и еще много чудес. И Бог хотел привести их в землю Ханаанскую. Это была Его воля. Но эти люди каждый раз, когда что-то происходило, например, когда у них не было воды, они ворчали и постоянно жаловались. Зачем сюда нас привел? Лучше нам вернуться в Египет. Нам бы ели, там мясо у нас было, у нас была вода и все необходимое. Они просто жаловались. И разгневался на них Господь и истребил их. И не все они вошли в землю Ханаанскую, вошли лишь немногие. Я хочу отметить, что народ Израиля увидел все эти чудеса, которые Бог сотворил через Моисея, но они все еще не верили в Бога. Они не хотели исполнять волю Господа. Это означает, что они не познали Бога и не научились Его путям. И Слово Божие учит нас, что познание Бога — это не только видение Его дел, но и изучение Его путей. Аминь. Поверните к человеку рядом с вами и скажите, познание Бога — это не только видение Его дел, но и изучение Его путей. Мы также в некотором смысле подобны народу Израиля. Вы спросите совет у человека Божьего, и вы говорите, «Человек Божий, что мне делать в этой ситуации? Мне тяжело с семьей, я столкнулся с проблемой, в моей компании ничего не в порядке». И человек Божий предлагает вам совет. А вы говорите, я думал о другом, но человек Божий сказал мне другое. Может ли быть так, что то, что сказал мне человек Божий, неверно? И вы думаете об этом и боретесь в своих мыслях, думая, правильно ли то, что вы думали, или правильно ли то, что сказал вам человек Божий. В конце дня вы делаете то, что хотите, из-за гордыни, эгоизма, который у вас есть в вашем сердце. И вы не делаете того, что советовал вам человек Божий. Почему? Потому что вы не сделали того, о чем просил тебя человек Божий. Ты не повиновался Слову Божьему, ты не сделал то, что сказал вам Бог. Тогда вы сталкиваетесь с проблемой и говорите, почему я сталкиваюсь с проблемой? Одна проблема за другой. Почему мне так тяжело и грустно? Почему я не вижу ничего хорошего в своей жизни? Потому что, как мы сказали, мы горды и эгоистичны, и мы не хотим исполнять волю Божью, а исполняли свою собственную волю. Почему это? Потому что мы не знаем Бога и не знаем путей Его. Гордыня есть грех в нас по природе. Мы должны вооружиться против нее. Мы не должны делать того, что велит нам наш разум.
Я приведу пример. Мы прочитали, и мы увидели, что Давид сказал в Псалме 39:9. Он говорит: «Хочу исполнять волю Твою, Боже мой, Твой закон в моем сердце». Почему Давид радовался исполнению воли Божьей в своей жизни? А мы печалимся, когда у нас об этом просят. Это потому, что он был смиренным. Давид был скромен. Только через смирение вы можете делать то, что воля Божья для вашей жизни, то есть подчинить себя закону Божьему. Потому что если ты не подчинишься закону Божьему, ты станешься прежним на всю жизнь и не изменишься. Ничего не изменится в вашей жизни. Кто-то говорит вам: не берите с собой этот мотоцикл, не путешествуйте на мотоцикле в этом путешествии. Но вы спрашиваете: почему этот человек так говорит? Я люблю мотоциклы, хочу путешествовать. Тем не менее, другой человек предупреждает вас, чтобы помочь вам, чтобы защитить вас от опасности впереди. Но вы путешествуете, а потом вы попадаете в аварию. И это из-за гордыни, как мы сказали. Давид, если вы читали о нем в Библии, он был скромным и не хотел, чтобы вокруг него были гордые люди. Кроме того, он не хотел, чтобы вокруг него, в его царстве, были люди, которые будут тайно клеветать. Почему это было? Потому что они создадут ему проблемы. Человек постоянно клевещет на другого человека, гордый и полный эгоизма. Как мог такой человек подчиниться приказам Давида, который был в то время царем? Вот почему Давид не связывал себя с такими людьми. Он презирал их, как и Бог. Бог презирает гордыню и возвышает смиренных. Вот почему Бог поднял Давида. Ради Иисуса Христа Давид смирил себя. Независимо от его ошибки, независимо от его греха, он предстанет пред Богом и скажет: «Господи, прости меня». Гордый человек может не осознавать, что согрешил, и таким образом не пойдет к Богу и не попросит прощения. И они будут повторять одну и ту же ошибку снова и снова. Потом говорят: «Господи, у меня всегда проблемы, одна проблема за другой, я прохожу через испытания, Бог меня испытывает». Не может быть, чтобы Бог непрестанно испытывал вас, как вы утверждаете. Те проблемы, которые приходят одна за другой, приходят потому, что вы их создаете. Это потому, что вы их делаете. Это не потому, что постоянно испытывает вас Бог. Возьми, к примеру, Иова. Бог испытал его однажды в течение 7 лет. Затем он поднял его. Мы не читаем, что Бог снова испытывал таким же образом, то есть сделал его бедным, потерявшим все, что у него было, за один день. Итак, это не значит, что Бог всегда испытывает вас. Нет, Он испытывает вас какое-то время. После этого Он примет решение. Если вы смиренны, Он поднимет вас. Если нет, вы будете продолжать жить так, как живете. Если вы смиритесь ради Иисуса Христа, Бог поднимет вас в свое время. Аминь. Скажи человеку рядом с тобой: если вы смирите себя ради Иисуса Христа, Он вознесет вас в свое время, чтобы вознести вас. Аминь. Иногда мы задаемся вопросом: что мне нужно сделать, чтобы Бог поднял меня? Вот я смиренный человек, почему не возносит меня Господь? Некоторые из нас думают, что мы смиренны, но на самом деле вы не смиренны. Это фальшивое смирение, которое у вас есть. Это то, что у вас есть галлюцинация, что вы смиренные.
Вы поймете, что вы смиренны, когда будете исполнять волю Божью. Например, вы накопили немного денег, чтобы поехать на Карибы. И вот так вы спрашиваете Господа: «Господь, поеду ли я на Карибы? Я коплю деньги уже целый год». Господь говорит вам: «Нет, не уходи, потому что будут проблемы». Тогда вы думаете в своем сердце: «Это Бог говорит со мной, или это только мой разум?» Господь позволил мне накопить деньги, чтобы я мог ехать. Значит, это не голос Бога, это голос от дьявола. Тогда мы делаем то, что хотим, тогда как Господь сказал вам. В очередной раз вы попадаете в беду, и не только себе, вы еще и создаете проблемы другим. Потому что вы не можете различить голос Бога. Вы не читали Слово, а если вы не читаете Слово Божие, вы не сможете различить голос Божий. У нас есть время на другие дела, выпить кофе, поболтать. Вы скажете: «Сестра, вы слышали об этом? Этот мужчина ударил свою жену. Что вы можете сказать об этом?» Зачем вы начинаете и делаете большие вещи из маленьких? Почему тебя волнует его жизнь? У тебя так много собственных проблем, о которых нужно позаботиться. Тем не менее, вы игнорируете чужой жизнью, интересуетесь ей. Итак, вы говорите: «У меня нет времени читать Слово Божье». Конечно, нет, если вы будете ходить туда-сюда, пить кофе и сплетничать о других людях, у вас не будет времени. Вы тратите свое время на вещи, которые не имеют вечной ценности. Это время вы могли бы использовать для чтения Слова Божьего, чтобы Господь изменил вас, удалил вашу гордость и эгоизм. Мы должны научиться противостоять голосу сатаны. Сопротивляясь голосу сатаны, вы препятствуете влиянию на вас. Итак, как может сатана не иметь на вас влияния? Читая Слово, молясь, исполняя волю Божью в своей жизни, и вы увидите, как только вы начнете это делать, вы будете счастливы, ни о чем не будете беспокоиться. Вы не будете беспокоиться о своих детях, о своей работе. Даже если ты в долгах, ты скажешь: «Бог проложит путь туда, где это нет, потому что Бог со мной». Это будет твоей исповедью. Так думает скромный человек. Что означает истинное смирение? Истинное смирение – это полная зависимость от Бога во всем. Вот что значит истинное смирение. Это означает, что мы должны спрашивать Его обо всем. Каждое наше движение мы должны сверять с Ним. Это скромный человек, а еще послушный. Потому что 99% наших проблем вызвано нами. Винить больше некого. Тогда мы говорим: «Это вина Бога. Почему Он отпустил меня? Почему Бог не помешал мне? Он говорил с тобой, но ты ничего не сделал по этому поводу». Давайте возьмем другой пример, чтобы вы могли понять, о чем я говорю. Иона, например. Бог сказал ему идти в большой город Ниневию и проповедовать слово о том, что он собирается разрушить этот город. Что сделал Иона? Он пошел в совершенно противоположном направлении, желая пойти в Фарсис и уйти от воли Божьей. Что случилось потом? Он сел в лодку и начался шторм. Море было неспокойным. Были большие волны, и люди волновались. Они задавались вопросом: в чем коренная причина проблемы, Бог допускает это? Буря, бурное море. Бросив жребий, они узнали, что это вина Ионы. Итак, они спросили его: «Иона, что ты сделал? Что ты сделал, и мы сталкиваемся с такими проблемами?»
Он сказал, я не исполнял волю Божью, поэтому все это и происходит. И попросили бросить его в море. Когда он бросил его в море, все успокоилось. И что было дальше? Приплыла огромная рыба и проглотила его. Я спрашиваю вас сейчас, если бы Иона исполнял волю Божью, он избежал бы всего, через что ему пришлось пройти. Он не создал бы никаких проблем ни людям на корабле, ни себе. Так чья это вина, Бога или наша собственная? Это всего лишь пример, чтобы мы могли понять, что исполнение воли Бога в нашей жизни происходит потому, что Он хочет защитить нас от всего плохого. Из каждой ловушки дьявола. Как я сказал, если ты послушаешься Бога и смиришься перед Ним, то увидишь, что не будет у тебя в сердце ни забот, ни горя, ничего, и ты будешь счастлив. Многие из нас задаются вопросом, почему меня нет радости, почему я все время волнуюсь и грустю. Вот почему вы беспокоитесь, потому что вы не полностью отдались Богу. Почему дьявол упал с неба на землю? Господь знал его за гордыню, потому Бог презирает гордыню. Это вредно для нас, это вредит нам. Чтобы измениться, нам нужна молитва. Потому что молитва – это кратчайший путь между нашим сердцем и Богом. Аминь. Скажи соседу, молитва – это кратчайший путь между нашим сердцем и Богом. Мы должны ежедневно молиться, говорит, «Господи, возьми больше моей гордыни и дай мне больше Твоего смирения». Снова и снова, каждый день вы должны включать его в свой молитвенный... После молитвы. Какой бы вопрос у вас ни возник, Бог даст вам ответ. Когда он ответит, следует тому, что он говорит, как это делал Давид. Он повиновался Божьим указаниям и сказал, что они глубоко в его сердце, его заповеди были в его сердце. Вот почему он был счастлив. Ты хочешь быть счастливым? Просто исполняй волю Божью. Все очень просто. Нам тяжело из-за нашего плохого характера. Вот почему я передаю это послание, чтобы вы могли понять, что как дети Божьи мы должны созидать характер Христа. Вы также увидите, что когда другие люди смотрят на вас, они тоже меняются. Если вы хотите изменить своего ближнего, это путь. С вашим хорошим поведением, с вашим смирением, когда вы решаете проблемы, не ждите, что кто-то сам придет сюда, если увидит вашу гордыню и эгоизм. Ваше изменение приведет другого человека в церковь, к Иисусу Христу, и душа будет спасена. Аминь. Братья, я верю, что вы понимаете, о чем я вам советую. И же советую вам написать на листе бумаги все слабости, которые у вас есть, и молиться о них каждый день. Господь, возьми больше меня и дай мне больше себя. Вы также должны читать Слово Божье каждый день. Это единственное, что может помочь вам смирить себя, а также двигаться вперед. Аминь. Пусть Господь благословит слово, которое мы услышали, и вложит его глубоко в наши сердца.